очень хорошо. А у меня есть взрывчатка. Всем привет. Сегодня мы пересобрали Тинкера. Ха-ха, работает. Возьмем пару-тройку рун. Ну, это регенерация. Невидимость еще. Невидимость! Без пререканий. Так, теперь самое время заняться шопингом. Там много чего есть. Принято. Купим чего-нибудь попроще, а потом доберемся до сапогов. Ого, скипетр! Ну что ж, посмотрим, как много проблем я смогу доставить. А что это я? Фраза одна должна быть на Гуинсу. Время сапогов. К экстремальному туризму готов. Так, сейчас переобуюсь и надеру чью-то задницу. Башмаки пространства времени. И это еще не все. Почему я такой злой-то был? Так это потому, что у меня сапогов-скороходов не было. Хе-хе, шикарная обувь для увесистых пинков. Ну и пора кого-нибудь завалить. Сам хотел предложить. Да, наши мысли сходятся. Орбиобразие — это безобразное многообразие. Хорошо, возьмем клок Верка, к примеру, и поколупаем его. Слегка. Сближаюсь! Так, урона я докуплю, потому что это ад какой-то. Первая кровь! Первая кровь! Ха-ха-ха! Сделаем паузу. Теория струн! Детсад! Ну неужели не впечатляет? Они с тепловым наведением! Это небезопасно! Нет! Ну что, теперь ясно, кто из нас купил свой диплом? Отлично, все работает. Пишите, если наткнетесь на ошибку. Всем пока.